Девчоночки, привет, мои дорогие! Сегодня мы с вами будем делать шашлычки. Как у вас дела? Мерабалар такипчулара. Бюгин шиш я паджас. Вот такие у меня палочки. 5 штучек взяла. Постелила здесь бумагу, потому что Маша может все сделать очень грязно. В общем, здесь у меня, как видите, вот такая вот масса для шашлыка. Здесь у нас есть чуйская. Также немножко есть красная, баткенская. И добавила туда уральских чипсиков. Вот такие пчелы. Бурда чуйская кильвар. Хэмде уральская. Хэмде чок аз кырмызы баткенская. В общем, я положила сюда чипсики. Вот. И хочу сделать шашлычки такие небольшие или большие. Сейчас мы с вами посмотрим. В общем, это все прекрасно впиталось. Мешало, да? Не с деревянной ложкой. Это очень неудобно, девочки. Мешала вот с обычной ложечкой. Вот такая вот у нас масса получилась. Наверное, даже еще можно замесим наш фарш для шашлыка и будем делать кебаб. Так, он должен быть у нас погуще, иначе. Так как пост у нас вчера не смогла, вчера просто переела так и не смогла поесть, пожевать наш любимый мелочек. Начнем делать кебабчики. Вот такой у нас фарш. Это баранина. Я люблю баранину. Сейчас будем делать вот такие вот шарики или вот такие, да? Для начала, наверное, налепим вот сюда. Сколько получится кусочков? Что-то такие куски. Дай Боже. Вариант самый хороший. Вот так. Что-то мне кажется, это очень большой. Да, Маша любит откусывать куски такие добротные. Ой, сейчас у меня здесь на весь дунья будет грязь, походу.
Кусочки будут у нас, конечно же, разные. Мясо резать ровно мы не можем. Извините. Фарш непослушный. Сделаем с вами сейчас шашлыки. И будут они у нас сохнуть. Şiş yapıyoruz canlarım. Kebap şiş. Killerimden. Sonra kuruyacak. Güzel güzel. Güneş yok da tabii ki. Ankara'da. Ama kuruyacak. Galiba 3 gün. Наверное, я думаю, что сохнуть будет дня 3. Вот. Что-то это 5 палочек, наверное, много взяла, да? Ой, а уральская это прям прекрасно сочетается. Я думаю, что она будет хрустеть. И вообще это будет вкусно. Вот такие будем делать шашлычки. Устроим себе пикник. Маша готовит шашлык. Вообще я здесь с детьми раньше мы ездили на пикник часто. И я им, у меня есть мангал, делала шашлычки. Прекрасные были времена. Когда детки маленькие, рядом. Так это было замечательно. Ну, сейчас пусть будет у всех своя жизнь счастливая. Так. Шашлыки получаются у нас неплохие. Так, 4, 8, 12, 13, 14. Вот здесь красное видно прям. Бывают такие штуки, как без них. Вот так любит, чтобы все без остатка. Так.
еще один. Сделаем такой. Прямо сюда насыплю уже. И обваляем. Ну и вот наши шашлыки. Так, далеко, чтобы не уходили. Готовые. Будем вот сюда. Уральской мы их так прям прям хочу вот эту прям туда как-то. Thank you.
Вот такие вкусные шашлыки мы с вами потом будем кушать. Обращайтесь к профессиональному шашлычнику. Стаж 20 лет. Я вам сделаю вкусный-вкусный шашлык. Это сюда поставим. Так, вкусняшка какая. Вот так. Ой. Профессионал что-то там делает не так. Вот так вот вкусно с приправами из уральской. Надеюсь, 4 сюда поместится. Мясо, конечно, у нас вообще будет отменное, со вкусом необычным, сочные, восточные, да. Как любят на рынках-то, когда проходишь мимо. В этом, как его там? В Новосибирске есть такое. Но обычно это в российских регионах, в России. Ну вот. Вот наши шашлыки, девочки, сделали. Теперь они будут у нас сушиться. А потом мы с вами их будем кушать. Может, еще даже будет там подлив такой азербайджанский соус, да, вкусный. У них есть такой соус, зелень там. Ну, в общем, мы это все сделаем, когда оно все у нас высохнет. Ну все, мои дорогие, пожалуйста, рецепт шашлыка самого вкусного. Пока-пока, люблю вас, целую. Так и пчелырем, буйрон, бзимки шишлерем из хазыр. Kuracak sadece sonra biz onları yiyeceğiz. Ah muhteşem olacak valla. Eminim. Bye bye. My dear, thank you. Мои дорогие, все, пока-пока, целую вас.